«Железный город». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии дилера мебельной фабрики «Реми». Это Александр Вржещ. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Естественно, в первую очередь все обращают внимание на внешний вид кухни. Что находится в основе фасадов? У нас различные фасады, это 10 ценовых категорий. То есть фасады начинаются от ламината, это обычное ЛДСП. Есть ЛДСП у нас покрыто в лаке, есть ЛДСП в эмали. Далее идут фасады в различных пластиках, ПЭТ-пленках, в керамике со стеклом. Но наша отличительная особенность в том, что у нас даже вот по ламинату минимальная толщина фасада это 18 мм. В эмали до 25 мм. Фасады в эмали также это присущи компаниям, которые работают в более высоком сегменте. Это покраска фасада со всех сторон. Во-первых, это и другой внешний вид изделия, это раз. И во-вторых, мы все-таки закрываем полностью фасад в эмали. Также с точки зрения использования это лучше, потому что нет каких-то краев непрокрашенных. Также фасад в эмали, который покрыт, он не впитывает влагу. Какие стили вообще исполнения возможны? Можно ли это сочетать друг с другом? Да, безусловно. Но здесь мы как раз отдаем на откуп нашим дизайнерам. Они очень успешно могут сочетать один стиль с другим. Кухни современные, так называемый модерн. Классические кухни у нас несколько вариантов. Делаем арт-деко. Есть также кухни направления лофт. По сути, все эти стили можно грамотно сочетать красиво. Какие механизмы используются для того, чтобы все это открывалось, выдвигалось, фурнитура? Мы определили для себя топ наших поставщиков. По петлям это итальянский производитель Сарича. На сегодняшний день это лидер в отрасли. Подъемные механизмы и систему умного хранения в кухнях от компании QC-Bömer, компания из Германии. И ящики это Хетих. Все эти компании сегодняшний день присутствуют у нас на рынке, имеют складские запасы и продолжают работать в России. Эти детали, они требуют какого-то ухода за собой? Насколько они долговечны? Да, вот тот же Хетих дает гарантии на свои ящики более 20 лет. Ну, поэтому... знаете, как это бывает в кухнях более низкого ценового сегмента? Приходится со временем что-то подкручивать, подмазывать, чтобы это не скрипело. У нас такого нет. Именно технология производства, она позволяет кухню использовать. Вот у нас в паспорте даже идет гарантийный срок эксплуатации кухни более 15 лет. Еще раз напомним, куда можно прийти и приехать для того, чтобы ознакомиться с ассортиментом, который вы производите. Будем рады вас видеть в нашем шоуруме по адресу город Киров, Володарского, 157, пересечение Воровского и Володарского. Спасибо, Александр Вржещ, дилер мебельной фабрики «Реми». Благодарю. «Железный город».